как это твоя контора называется? ССБ. А, спортивная база «Динамо». Ну, мы только до парка ездим. А, ну ладно, мы на контакте. До парка? Да, до «Динамо». Ну, переезд, получается, в парк через Лендер. Ну, я понял. А, то есть это запредельная зона для вас, да? Я себя вижу, да, да, это я. Оно. Мне видно? Да. Ой, дядя. Как бы да, дядя. От Аркадия 15 гривен с человека до «Динамо», до парка. А, от Аркадия. А это в смысле такси обыкновенное? Нет, вот, но ниже. А такси, не знаю, сколько стоит. Так от Аркадия часто. У вас есть от Аркадия до «Динамо» доедет, да, какая-то другая? Нет, это же едет, просто как бы расценки у нас. Отдельно на это, отдельно ну, в ту сторону. А, то есть с Аркадии до дачи Стамбуле? Вы же нас все равно везете до Аркадии, правильно? Да. А от Аркадии вы едете туда. Какая там цена? 15 гривен. 15 человека. То есть вы нас довезете до туда за 15, за 30 гривен, правильно? Да, да. До «Динамо» парка. Все, договорились. И мы едем. Да-да, мы едем. Чего вы нас обгоняете? У нас раньше было куплено. Эй! Вони не че, они не честны. Они на газе. Ага. Мы все на электрике. Да, нормальный парень там построился. А вот это, вот они вот это, вот эти вот борозды, они на газе. Нагазовали, а мы едем. А можно спросить вот кое-что? А сколько электромобиля средняя скорость? Как бы нам запрещается больше 10 километров ехать. Ага. Как бы разгоняется он до 60 спокойно. Вау. Прикольно. Нам штраф просто выдадут и все. То есть ориентируйтесь так, чтобы мы без 10-7 подъехали к «Динамо», потому что у него обед. Не обед, а ужин, во-первых. Может, какой-то другой дорогой можно ехать? Или у вас стандартный маршрут? Ну, как бы маршрут нельзя менять. А другого, в принципе, нет. Другого нет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. В город нам нельзя. Все нельзя. В принципе, это городская трасса считается. А как далеко уходит вглубь туда, в ту сторону? В ту сторону, ну, саму гору. Ну, в принципе, ну, километров 20. О, я даже как-то не спрашиваю. Ну, если так ходить, километра 3, больше. Не, ну, прикольно. Какой-то домишки заброшенные. Да-да, заброшенные. Многие люди отдыхают. Приезжают и говорят, ну мне уже машина надоела, я хочу, чтобы меня кто-то покатал. Так вы и катаете, да? Да. Прикольно. Ай, ай, глаза, глаза, солнце. Солнце, мои глаза. О, сейчас вон мы будем проезжать, я покажу вам. Вон как раз. Порт торговый у вас? Да. До Турции можно доехать? Да. Меня интересует такой вопрос. Ну, например, из Сочи можно в Турцию поехать на пароход. Специальный пароход. Вот, русалка. Палка. Без понятия. А вон Дон, это не Дон Кихот, боже мой, как я? Я забываю, как их зовут всех. Вот, вот он. Уже конкретно. А мы в центр не едем, мы по набережной. Ну, все равно. Подустал, что ли? Ну да. Со мной прицепились. Сорок восемь лет. Oh.
Булкин. Прикольное название магазина. Он должен быть въезд в порт, я так понял. Правильно. Никак не могу название вот этого письма. Да, там написано название. Гастроном Везунчик. Офигенно. Каюта. Алло. Ага. Привет, бабушка. Ну, мы уже с папой. Сейчас вот это экскурсию. На экскурсии. Да. Давайте, я перезвоню, как только закончу. Давай, тогда. Угу, пока. Это памятник какой-то кому-то. Подводником. Памятник подводником. Боцман. Боцман и всякое остальное. Какой-то большой дом. Может быть, старый. Таможня. Таможня? Прикольно. А вот боюсь осведомиться, а что вот то за здание? Кто там вот? Администрация порта. Администрация порта. Вау. Вот часами. Да. Порт Феодосии. Порт оф Феодосия. Пицца, чебуреки, пиво. И все это в кафе на итальянском. Дартье де Лагард. Главный строитель феодосийской порта. Я не кредит банк. Вам потрібні гроші? А вот я забыл, как мальчика зовут, не знаешь? Витя Коробков. А, Витя Коробков. Так тут аккуратнее поворачивать буду. Аккуратней. Ай-яй-яй, задавят. Тоже победит. Вторые нас тоже перегнали. Такое ощущение, вот, что у него там турбина стоит. Интересно, он превысил 10 километров в час скорость? Конечно, ему превысил. Наверное, подвигайся, я буду подвигаться к стенке. Подвигайся, и мы подвинемся. Так. Автобус. О, это то же самое, типа? Да. Привет. Дальше нельзя, там начальство входит. Я понял. Пожалуйста. А вы не знаете, кто такой Иоанна Зукин? Тут улица есть, Иоанна Зукина. Это герой. Должна быть. Кафе «Южный парк». Да. Пам-пам. Пам-пам-пам.
Пом-пом-пом-пом-пом. Он сколько? Это должно быть бывший Шумахер в детстве. Он, смотри. Шумахер в детстве. Рон-дом-дом. Вот он, Шумахер. Ловят. Ой-ой-ой, Шумахера словили. Все, капец. Сколько Феррари. Да, любой вкус. Выбирай, не пожалеешь. Шарики. А вон и тир. Опа, тир. И тут тир. А тут восточные сладости. Да. Фарфор ручной работы. Интересно. Кстати, для того, чтобы сделать фарфор, надо взять специальную голубую глину, которую китайцы просто закапывали в землю на 15 лет. Потом закапали и получался фарфор. И еще уже делали фигурки. Вот. Интересно, а что это? Это какой-то новый игровой цвет. Так, играются тут. Пиво, квас, журналы, аквапарк. А вот и наши друзья. Привет. Девочки, всем пока. Пока. Ага. Даня, завтра тебя ждем. Опять Ленин. Да, Ленин. Вокзал. Кстати, именно вот на территории вокзала, вот здесь вот, проходит ежегодный фестиваль вина. Вот, и один из покупателей, из фанатов вина сделал из древесины вот таких вот интересных девушек из дерева. Вот. Кино 5D. Ну, я пока закончу, вот, но сейчас продолжу.